Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда, кому память, кому слава, кому темная вода. Переправа, переправа, пушки бьют в кромешной мгле, бой идет, святой и правый, смертный бой. Не ради славы, ради жизни на земле. Августа 1942 года Совинформбюро в своем вечернем сообщении передавало: южнее Воронежа наши части форсировали реку Дон. Советские войска заняли два крупных населенных пункта. За этими строками скупой военной информации героический подвиг киргизского юноши Чолпонбая Тулибердиева из Таласского аила Карасу. В этом году исполнилось 40 лет со дня подвига. На родине героя, в совхозе, носящем его имя, открывается мемориальный музей. Святой плач и цветы, память. Thank you.
Тихий Дон, меловая гора. На этой круче находился вражеский дзот. Закрыть грудью амбразуру. На это решение судьба отвела Чолпанбаю доли секунды. И всю жизнь. Здесь, на Дону, помнят подвиг Чолпанбая. Святая память, святой плач. Когда прочла твоя подруга, как сотни тысяч наших жен, что на Дону войсками юга противник в бегство обращен, с волнением искренним, сердечным, встречая день обычный свой, она подумала, конечно, не там ли ты, и что с тобой? Над этой могилой скорбя, склоняем мы с гордостью знамя, тогда оставляли тебя, а нынче, родимый, ты с нами. Кажется, именно о Чолпанбае написал эти строки Александр Твардовский.